Приветствую тебя в данном видеоролике. Меня зовут Дмитрий Соловьючук, я являюсь партнером компании Global Intellect Service. И сегодня мы будем разбирать возможные варианты сотрудничества. Сегодня мы будем досконально разбирать партнерскую программу и разберем все варианты заработка с компанией Global Intellect Service. То есть за что нам компания платит деньги, какие сделки бывают, какие бывают тарифы для клиентов, какие бывают тарифы для партнеров и что мы с этого имеем. Что касаемо тарифов для клиентов, у нас есть 4 варианта захода на платформу. Первый вариант – это тариф Light. $30 в месяц. На данном тарифе у нас доступна половина функционала сервиса UDS. Предприниматель может зайти на платформу, протестировать, попробовать, посмотреть, как это все дело работает, сделать первые шаги, так скажем, в сотрудничестве с платформой UDS. $30 в месяц. Следующий тариф у нас идет тариф Start. $100 в месяц. На данном тарифе доступен весь функционал системы UDS. Это более 30 инструментов для взаимодействия с клиентами, с сотрудниками. Это и интернет-магазин, это и мобильное приложение, это получается и кросс-маркетинг, это и обратная связь, это и реферальная программа, это и пуш-уведомления в расширенном формате, это и прайс. В общем, все функции платформы UDS доступны с тарифа Start. Следующий тариф идет тариф Smart. $900 разово. Плюс $30 в месяц абонентская плата. То есть, если мы будем рассматривать два тарифа, то в первый год предприниматель на тарифе старт заплатит $1200 за обслуживание сервиса UDS. Во втором случае предприниматель заплатит точно так же $1200. Но в чем разница основная? То, что со второго года эксплуатации сервиса UDS в данном случае предприниматель будет продолжать платить $1200 в год, а в данном случае предприниматель будет проплачивать абонентскую плату всего лишь $300 в год за обслуживание. И в эти $300 будут входить все обновления, весь новый функционал, полностью обслуживание приложения и так далее. И также данный тариф у нас доступен в рассрочку для предпринимателей. Вот. Рассрочка у нас идет $150 в месяц. То есть предприниматель на протяжении 9 месяцев проплачивает рассрочку $150 и на 10 месяц переходит на абонентскую плату $30 в месяц. То есть, по сути, это все варианты захода клиента на платформу UDS. С тарифами для клиентов разобрались. Давайте посмотрим, какие партнерские пакеты у нас есть для того, чтобы мы развивали бизнес с компанией Global Intellect Service. Первый тариф для партнеров – это тариф бизнес стоимостью $1340. $1340. В этот тариф у нас входит абонентская плата на 6 месяцев. 6 месяцев абонентской платы для партнеров. В этот тариф у нас также входит годовой контракт с компанией Global Intellect Service, который стоит $40. И в этот тариф у нас входит одна лицензия UDS. Одна лицензия UDS. Следующий тариф у нас тариф премиум. В данном тарифе, данный тариф стоит $3840. В этот тариф точно так же входит 6 месяцев абонентской платы, годовой контракт с компанией и уже 6 лицензий UDS. 6 лицензий UDS. И самый популярный тариф, который мы используем для работы и масштабирования партнерской программы, это тариф VIP. Тариф VIP стоит $6240. В данном тарифе у нас 12 лицензий UDS. 12 лицензий UDS. Также полгода абонентской платы, также годовой контракт с компанией. Тарифы между собой отличаются количеством продукта. То есть это либо одна лицензия, либо 6 лицензий, либо 12 лицензий. И давайте посмотрим на окупаемость, давайте посмотрим на математику. В данном случае мы за $1340 приобретаем бизнес, в котором у нас есть одна лицензия UDS. Эту лицензию мы продаем из продажи личной лицензии, мы зарабатываем $900. То есть, по сути, сделали одну продажу, у нас лицензии закончились, и мы остаемся в минус $440 на данном тарифе. То есть, так себе математика. В чем же прелесть этого бизнеса, если он будет работать в минус? А прелесть этого бизнеса заключается в том, что когда ваша лицензия, когда вы продаете все свои лицензии, когда ваши лицензии заканчиваются, вы можете продавать неограниченное количество лицензий со склада компании, и на данном тарифе с каждой проданной лицензии вы будете зарабатывать $200. То есть сколько бы вы лицензий не реализовали, вы можете реализовать неограниченное количество продукта, вы будете зарабатывать по $200 с каждой сделки. Если мы продаем лицензию на тарифе Smart, если мы сдаем лицензию в аренду, при сдаче личной лицензии мы зарабатываем $80, и эти $80 мы получаем ежемесячно до тех пор, пока предприниматель находится на данном тарифе. И если мы сдаем лицензию в аренду из корзины компании, мы зарабатываем в данном случае $30 в месяц.
То есть один раз подключили предпринимателя, один раз завели его на платформу и зарабатываем либо $30, либо $80, в зависимости от того, какую лицензию дали, либо свою, либо лицензию компании. И мы будем эту абонентскую плату получать до тех пор, пока предприниматель остается на этом тарифе. Если предприниматель через какой-то период времени переходит на тариф Smart, проплачивает $900, то мы, получается, зарабатываем уже в зависимости от того, какую лицензию он выкупил, либо все $900 получаем с реализации лицензии, либо зарабатываем $200 с лицензией из корзины компании. На тарифе $3840, на тарифе премиум у нас продукта на $5400, то есть 6 лицензий UDS мы можем продать по $900 за каждую. 6 умножить на 900 равно $5400. И в дальнейшем, когда наши лицензии закончились, мы можем также реализовывать лицензии из корзины компании и зарабатывать уже с реализованных лицензий не $200, а $250 с каждой продажи лицензии из корзины компании. Если мы лицензии сдаем опять же в аренду из корзины компании, мы уже зарабатываем не $30, а $40 в месяц с данного предпринимателя, находясь на данном тарифе. Что касаемо тарифа VIP, в тарифе VIP у нас 12 лицензий UDS, мы эти 12 лицензий продаем точно так же по $900, у нас на выходе получается $10800. После того, как наши личные лицензии закончились, мы начинаем продавать лицензии с корзины компании, и на данном тарифе мы уже зарабатываем по $300. По $300 с каждой реализованной лицензии из корзины компании. Если мы лицензии сдаем в аренду, мы зарабатываем уже не 30, не 40, а $50 с каждого клиента. То есть, в принципе, вся разница тарифов. $50 в месяц. Кстати, если мы сдаем лицензию, точнее подключаем предпринимателя на тариф Light на $30 в месяц, с каждого такого предпринимателя мы зарабатываем $10 в месяц абонентской платы. То есть я подключил одного клиента, клиент находится на платформе до тех пор, пока он использует сервис UDS в своем бизнесе, $10 в месяц я буду с этого клиента стабильно получать. И здесь мне очень нравится история про то, что за единожды проделанную работу я могу получать доход постоянно, то есть привлек 5 клиентов, каждый месяц зарабатываю с этих клиентов $50 остаточно пассивного дохода. То есть что такое $50? Вроде небольшие деньги, 3500 рублей, мелочь, а приятно. Если я подключаю 10 клиентов, это получается $100, если я подключаю 20 клиентов, это $200, если я подключаю 30 клиентов, это $300. То есть по сути, собрав пул из 30 клиентов, можно обеспечить себе дополнительную пенсию в партнерской компании Global Intellect Series. Вот, поехали дальше. Что касаемо тарифов и того, что в этих тарифах есть, мы с вами разобрали. Дальше будем разбирать партнерскую программу, то есть это то, благодаря чему мы масштабируемся, это то, за что компания нам платит самые большие деньги. Это принцип приумножения усилий. То есть мы здесь можем работать одни, мы можем продавать лицензии самостоятельно, а можем сформировать команду, привлечь партнеров и вместе с партнерами развивать этот рынок и развивать этот бизнес. Что касаемо партнерской программы. Первый бонус у нас идет, это бонус за личную рекомендацию, личная рекомендация. То есть каждый раз, когда я рекомендую кому-либо тариф за $1440, компания мне выплачивает $90. То есть сделал одну рекомендацию, заработал $90. Сделал вторую рекомендацию, заработал $90. Самое приятное заключается в том, что я могу делать неограниченное количество этих рекомендаций. То есть вот сколько мне хватает, так скажем, энергии, сколько хватает сил, столько и рекомендую. Вот. И если я рекомендую тариф 3840, компания выплачивает уже с рекомендацией данного тарифа $500. И опять же, можно делать неограниченное количество рекомендаций. Тариф VIP $6240 приносит за рекомендацию $1000. И это уже такие приятные, ощутимые деньги. По сути, делая одну рекомендацию раз в два месяца, я могу перекрывать большую часть своих финансовых потребностей. Если мы говорим о том, что в среднем россиянин зарабатывает, там 70% россиян зарабатывают в среднем $400. То есть одна сделка и две ежемесячные оплаты. Второй вид вознаграждения – это командный бонус. В рамках этого бонуса у нас идут самые большие выплаты, и по сути это самые большие деньги в партнерской компании Global Intellect Service. Здесь уже начинает работать партнерская программа. То есть если в первом случае мы с каждой сделки личной зарабатываем комиссию, то во втором случае мы уже будем зарабатывать комиссию со сделок наших партнеров. То есть мы запустили процесс, наши партнеры точно так же начинают делать сделки, и с каждой сделки наших партнеров нам компания будет выплачивать комиссию. Как это выглядит, как это работает?
Для того, чтобы распределять комиссию, компания разработала свою партнерскую программу. Это математически просчитанная модель. И она выглядит таким образом, то, что в компании есть два отдела продаж. То есть, точнее, в партнерской программе есть два отдела продаж. Номер один и номер два. Эти отделы продаж, они между собой ничем не отличаются. Это просто математически просчитанная модель, благодаря которой компания распределяет товарооборот и выплачивает комиссии партнерам. Для того, чтобы запустить партнерскую программу, абсолютно любому партнеру необходимо сделать минимум две рекомендации. Именно бизнеса, да, то есть привлечь двух партнеров. Давайте предположим, то, что в отдел продаж номер один я подключил Васю. Он у меня зашел на тариф VIP. Я заработал $1000. А в правый отдел, во второй отдел продаж я подключил Петю. Петя тоже выбрал тариф VIP, я снова заработал $1000. И смотрите, как работает система. Система видит одну продажу слева, одну продажу справа и начисляет дополнительный бонус за товарооборот. Этот бонус в данном случае будет $600. По сути, сделав две сделки, я заработал $2600, и система устроена таким образом, то, что каждый раз, когда сделка будет проходить слева и сделка будет проходить справа, компания мне будет начислять $600, если это тарифы VIP, $300, если это тарифы премиум, и $90, если это тарифы бизнес. В чем здесь самый главный секрет? То, что у Васи точно так же два отдела продаж, у Пети точно так же два отдела продаж. У Васи и у Пети точно такие же условия, как у меня. То есть для того, чтобы им запустить партнерскую программу и начать масштабировать этот бизнес, им необходимо сделать минимум по две рекомендации. Таким образом, Вася делает первую рекомендацию, там подключает Свету, подключает Катю, делает свои две сделки. Петя делает точно так же две рекомендации, подключает там Мишу и подключает Диму. Относительно их партнерской программы, у них проходит одна сделка слева, одна сделка справа, они зарабатывают точно так же там, $2600. А относительно меня система видит две сделки справа, две сделки слева, и она мне два раза начисляет по $600, два раза начисляет по $300, либо два раза по $90. И так на всю глубину без ограничения по уровням. У Светы потом появляются два партнера, у Кати появляются два партнера, у Миши появляются два партнера, у Димы появляются два партнера. Относительно меня это четыре сделки слева, четыре сделки справа. Я четыре раза получаю бонус $600, $300, либо $90 на всю глубину. Здесь работает принцип приумножения усилий. То есть сначала у вас два партнера, потом четыре партнера, 8 партнеров, 16 партнеров, 32 партнера, 64 партнера, 128 партнеров, 256 и так далее. Лично я в этот бизнес проспонсировал 18 человек. То есть 18 человек приобрели партнерские пакеты по моей рекомендации. И так получилось, то, что у меня в одном отделе продаж более 1500 партнеров, во втором отделе продаж у меня более 3000 партнеров. 90% партнеров, которые есть в моей партнерской сети, я их даже не видел и не знаю, как их зовут, я не знаю, в каких они городах, я не знаю, какие у них есть интересы. Я чисто физически не успеваю со всеми знакомиться. Но так как я когда-то запустил этот процесс, и этот процесс начал размножаться, так скажем, без моих усилий, команда начала развиваться по всему миру, по всему СНГ. Вот. Потом мы вышли на рынок Европы, вышли на рынок Америки, вышли на рынок Индии, Турции и так далее. Вот. Здесь есть единственное ограничение, то есть по уровням вы можете зарабатывать со всей глубины. Единственное ограничение в неделю – это более $50000 в неделю по данному виду вознаграждения. К сожалению, компания выплачивать не может, потому что, еще раз повторюсь, здесь срабатывает принцип приумножения усилий, здесь работает геометрическая прогрессия. И если компания не сделала бы ограничение в $50000, она бы сама себя, так скажем, скушала. И таким образом, начав развивать партнерскую программу, вы можете запуститься, например, вот я нахожусь в Екатеринбурге, то есть вы можете запуститься в Екатеринбурге, у вас могут быть партнеры там с Екатеринбурга, могут быть партнеры с Москвы, могут быть партнеры с Питера, могут партнеры дальше подключиться в Соединенных Штатах Америки. Здесь у вас могут быть партнеры там с Тюмени, здесь могут быть партнеры там с Новосибирска, здесь у вас могут быть партнеры с Калининграда, здесь у вас могут быть партнеры там, с Санкт-Петербурга и так далее. У вас могут отделы продаж развиваться в абсолютно разных городах. Здесь в плане географии нет никаких ограничений. Мы можем работать на рынке абсолютно любой страны, кроме Китая. Вот, поэтому у нас впереди весь мир. Так как здесь еще и IT-продукт, мы можем делать продажи, реально не выходя по факту из своего офиса или не выходя из дома, просто имея Zoom, просто имея выход в интернет, выходить в онлайн, общаться с предпринимателями, общаться с потенциальными партнерами и дистанционно делая регистрации. Так, с этим разобрались, поехали дальше. Следующий вид вознаграждения – это 10% с дохода лично приглашенных партнеров. То есть компания выплачивает 10% с дохода лично приглашенных партнеров. Это с тех партнеров, которых вы лично привлекли в бизнес, до третьего поколения. То есть смотрите, как это работает. Я, например, подключил Машу,
Маша подключила Сашу, Саша подключил Петю. Это три поколения в партнерской программе. Маша заработала $1000, Саша заработал $1000, Петя заработал $1000. По командному бонусу. И в данном случае компания меня будет вознаграждать 10% с дохода всех партнеров до третьего поколения. То есть я здесь дополнительно заработаю $100, дополнительно заработаю $100, дополнительно заработаю $100. И это на самом деле очень круто. Таким образом компания меня мотивирует вкладывать все самое ценное, что у меня есть, в своих партнеров. То есть я вкладываю и время, и ресурсы, и знания. Вот, в общем, вкладываю целую жизнь для того, чтобы довести своих партнеров до результата, потому что компания меня за это финансово вознаграждает. На первом поколении, если мы будем рассматривать в качестве примера, как это может работать, то есть давайте предположим, то, что мы подключили 10 партнеров, вот, в первое поколение 10 человек лично. Наши партнеры нас повторили, на втором поколении у нас уже 100 человек, на третьем поколении уже 1000 человек. И со всего этого вы в дальнейшем можете получать 10% с дохода по командному бонусу. Это очень хороший вид вознаграждения. У меня, например, максимально по данному виду вознаграждения за сутки проходило $3500 бонусом. Что такое $3500 по лидерскому вознаграждению? Это означает, что мои партнеры за сутки заработали $35000 комиссии. То есть мои партнеры заработали $35000 комиссии, а мне компания с этого сверху выплатила 10% бонуса за то, что я когда-то организовал этот процесс, за то, что я когда-то этим людям рассказал о возможностях сотрудничества с компанией Global Intellect Service. Следующий вид вознаграждения – это уже резидуальный доход, это доход с абонентских плат клиентов и партнеров. Как это выглядит? Нам компания выплачивает с первого по седьмое поколение абонентскую плату. С клиентов и с партнеров. Клиент проплачивает $30 в месяц абонентскую плату, партнер проплачивает $40 в месяц абонентскую плату. С клиента в партнерскую сеть распределяется $1, с партнера в партнерскую сеть распределяется $3. Если я клиента подключил лично, я зарабатываю с его абонентской платы $10 дополнительно, да, в месяц. Если мои партнеры начинают подключать клиентов, со всех клиентов своих партнеров я зарабатываю $1. Как это выглядит? То есть давайте предположим, что я опять же подключил 10 клиентов, 10 партнеров, 10 клиентов. Ребята меня повторили, на втором поколении у меня уже 100 клиентов, третье поколение 1000 клиентов, четвертое поколение 10 тысяч клиентов, пятое поколение 100 тысяч клиентов, шестое поколение 1 миллион клиентов. Седьмое поколение 10 миллионов клиентов. Я прекрасно понимаю то, что, скорее всего, таких цифр не будет. И так математика не работает, то, что не будет такого, что все идеально друг друга повторили. Вот. Но в данном случае это просто пример 7 поколений, как работают абонентские платы. То есть с первого по седьмое поколение мы будем зарабатывать от 1 до 3 долларов. Десятое поколение, седьмое поколение 10 миллионов клиентов, 10 миллионов партнеров. Это $10 миллионов остаточно пассивного дохода. Я прекрасно понимаю, что таких цифр, скорее всего, не будет. Но если мы с вами представим то, что мы хотя бы на 5 или на 10% выполним данный план, и в дальнейшем там, через 3-5 лет будем иметь клиентскую базу десятки тысяч клиентов, там 20 или 30 тысяч клиентов, и будем с этого получать $20000-30000 в месяц абсолютно на пассиве остаточного дохода, я думаю, то, что это будет неплохо. То есть 1000 клиентов – это $1000 остаточно пассивного дохода, 10 тысяч клиентов – это $10000 остаточно пассивного дохода. 50 тысяч клиентов – это $50000 остаточно пассивного дохода. Я думаю, то, что есть смысл 3-5 лет поработать плотненько, да, то есть освоить рынок, привлечь большое количество предпринимателей и в дальнейшем наслаждаться таким пассивным доходом. У меня, например, одна из целей в рамках компании Global Intellect Service – это создать клиентскую сеть 100 тысяч предпринимателей по всему миру. Я стремлюсь к этой цифре, и я полагаю, то, что в ближайшие несколько лет мы к этой цифре придем. С абонентскими платами разобрались, поехали дальше. Следующий вид вознаграждения – это бонус быстрого старта. Компания выплачивает бонус, так скажем, тем ребятам, которые хотят получить максимум от своего запуска в бизнесе. Выглядит он следующим образом. Нам компания выплачивает $1000 бонуса, если мы выполняем бонус быстрого старта на пакетах бизнес, $3000 выплачивает, если мы выполняем бонус на тарифах премиум,
И $5000 нам компания выплачивает, если мы выполняем бонус быстрого старта на тарифах VIP. Что необходимо сделать для того, чтобы выполнить бонус быстрого старта? То есть, предположим, вы включились в процесс, все, то есть у вас есть два отдела продаж номер один, номер два, вы прошли обучение, разобрали продукт, разобрали партнерскую программу, составили базу потенциальных клиентов, сделали первые звонки, вместе со своим куратором начали проводить первые встречи, проводить первые переговоры, и вы, допустим, через две недели с момента старта подключаете первого партнера, например, Васю. Подключили Васю. Как только вы подключили первого партнера, у вас включается таймер 30 дней, и за следующие 30 дней вам необходимо сделать еще 3 сделки для того, чтобы забрать данный бонус. Подключили Васю, подключили Петю, заработали $1000 с личной рекомендацией, заработали $1000 с личной рекомендацией, $600 мы заработали по командному бонусу. Дальше мы подключаем, например, Свету, подключаем Свету, получаем $1000, подключаем Машу, зарабатываем $1000. Снова получаем командный бонус $600. Если мы это делаем все в течение 30 дней, нам выплачивается дополнительно бонус $5000. Итого с 4 сделок что мы зарабатываем? $5200 это по командному бонусу и по личному вознаграждению, плюс $5000 бонус быстрого старта. Итого с 4 сделок мы имеем $10200. И еще в нашем VIP-пакете остается товара на 10800, лицензия UDS. Данный бонус быстрого старта можно делать один раз, можно делать два раза, три раза, четыре раза. У меня максимальный рекорд за счет данного бонуса в команде партнер в первый месяц заработал $51000. Причем он находился в маленьком городке Шуя, 35 тысяч населения, и даже несмотря на такой маленький городок, он очень активно стартанул и очень быстро окупил все свои вложения. Что касаемо бонуса быстрого старта, мы с вами разобрали. Вот, хочу обратить ваше внимание на то, что партнерская программа устроена таким образом, то что первые сделки вы делаете в любом случае в самом начале, да, то есть первую сделку вы подключаете в первый отдел продаж, вторую сделку во второй отдел продаж, а третью сделку и четвертую сделку, и пятую, все последующие сделки вы будете уже делать в команде своих партнеров. То есть если у вас здесь подключился Вася и подключился Петя, то когда вы будете регистрировать третьего участника, третьего члена команды, там Свету или Мишу, то вы уже Свету или Мишу будете регистрировать либо в команду к Васе, то есть к Васе в отдел продаж, либо в команду к Пете. Таким образом, например, в данном случае, когда Светлана начнет делать товарооборот, начнет формировать команду, весь товарооборот будет идти к вам, и также этот товарооборот будет дублироваться в бизнес Васи. То есть Вася будет получать дополнительное преимущество за счет того, что Светлана, так скажем, пришла в команду чуть позже. Поэтому если вы давным-давно думаете о том, что было бы неплохо стартнуть с компанией ГИС и изучаете информацию, изучаете партнерскую программу, то я вам прям рекомендую максимально быстро включаться в процесс, максимально быстро занимать место, потому что у нас регистрации в команду идут каждый день. Поехали дальше. Следующий вид вознаграждения – это путешествие. К сожалению, у меня с рисованием все очень печально, я не смогу вам передать на слайдах, на флипчарте то, куда мы ездим путешествовать, но мы летали и в Мексику, мы летали и во Вьетнам, мы летали и в Рим, мы летали и в Чехию за счет компании. То есть раз в год или даже два раза в год компания нам организует промоушен, говорит: ребята, давайте поработаем активно, давайте сделаем хороший товарооборот, и если вы выполняете условия по товарообороту, мы организуем вам путешествие полностью за счет компании. Вот. Классно проводим время, классно отдыхаем. Вот крайний раз летали, получается, в Грузию за счет компании. Это было день рождения, мы отмечали его в горах, компания нас премировала, то есть полностью оплатила перелет, проживание. Вот. Потом у нас, к сожалению, случилась пандемия, мы стали путешествовать значительно меньше, но я надеюсь, что пандемия в ближайшее время закончится, и мы продолжим наши яркие классные тусовки. Присоединяйтесь к нам. Вот. Был рад с вами поделиться информацией по партнерской программе. Увидимся в следующих видеороликах.